Магазин фабрики «Красный пищевик» возле центрального рынка закрылся. Так, сохраняем спокойствие, без эфира никого не оставят. Открывается новый, буквально в двух шагах от старого, Социалистическая, 46, корпус 2. Адрес сладкого супермаркета. Наступает долгожданный момент. Директор предприятия и партнеры перерезают красную ленту. Работа начинается. Магазин в новом для нас формате. Мы надеемся, что этот формат, это партнерство, оно даст определенный толчок, импульс для дальнейшего развития сети. Как для города Бобруйска, так и для фабрики «Красный пищевик». Ассортимент. Конечно, есть всеми полюбившиеся сладости, но без новинок нельзя. Зефир ручной работы, современные виды мармелада и даже шоколад. Да-да, вы не ослышались. «Красный пищевик» решил покорить и эту стезю. Какао-бобры. На фабрике уверены, он станет визитной карточкой. Магазин расположен в центре города, рядом с центральным рынком. Здесь всегда очень большой поток покупателей. Для нас было важно, чтобы наши покупатели, которые приходят к нам в магазин, могли купить нашу продукцию, ознакомиться с нашими новинками, а также провести время, выпить чашечку кофе. И для этого, собственно, была придумана вот эта вот концепция кофейня и фирменный магазин «Красного пищевика». Не успевает магазин открыться, сразу хлынули люди. Любят попручание сладости «Красного пищевика». А уважение народа – это знак качества. Операция под кодовым названием «Покупки» в самом разгаре. Зефир попробовали уже? Да. Очень вкусный зефир, всем рекомендуем, очень класс. Наш «Красный пищевик» мне очень нравится, это, наверное, единственный зефир, который я ем и получаю удовольствие такое большое. Магазин открылся. Напомним, его адрес — Социалистическая, 46, корпус 2. Время работы с 9 утра до 7 вечера без выходных. Приходите, будет вкусно. Максим Кембель, Максим Галионко, Бобруйск, 360.